Нам всегда говорили, что рано или поздно это может случиться. Однажды привычный нам мир исчезнет. Это было биологическое оружие. Вирус не щадил никого. Люди начали рвать друг друга на куски, лишь бы выжить. Общество пришло в упадок. Это был нам знак, что нормальная жизнь закончилась. Мы последний рубеж. Мы — бойцы спецотряда. Мы не знаем, сколько нас. И через что нам предстоит пройти. Но одно мы знаем точно. У нас есть надежда на светлое завтра. И мы готовы сражаться за него.